Původně mi hrali Očeň ťažový meč, potom už to mi hrali proti v CSKA, je to komanda, která byla v prošlém roce Champions i je jejich hráči Očeň, Očeň Karošie i komanda Očeň, Očeň Silné. My hráli na hranici možnosti i vybrali bod, který je pro naši komandu Očeň, Očeň vážný. I já chci mojej komandě poblagodarit. I to, že pro nás Očeň, Očeň Karošie bod, potom už to ještě ani nás, já hovorím, že to CSKA Očeň Karošie komanda. I komanda, která bude vyhrát Champions League a naša komanda bude vyhrát tak, aby byla v klidných spokojných vodách tablic. Stabilní i hrálo, hrálo tak, že by chodili fans здесь, как сегодня, потому что фанс сегодня был наш 12-й игрок, и я хочу поблагодарить фанс, который были очень хорошие и клубовлог. Говорю, снимают шляпу перед болельщиками. Сегодня болельщики вывесили несколько баннеров в вашу поддержку. Собственно, хотелось бы узнать, как вам поддержка именно болельщиков и как вам в целом Дагестан? Я хочу поблагодарить, поблагодарить, что приходило только фанс, потому что я не ожидал, что будет здесь сколько, 15 тысяч, 16 тысяч фанс, это очень хорошее. И они не приходили, потому что я здесь. Они приходили за игроками и хотели игрокам показать, что они с игроками и с Дагестаном. Это очень хорошо, и я сам спокойный. Удовлетворен, рад. Что их было здесь столько. Что было столько. Как к вам обращаться? Павел не был. Павел. Павел, да. Скажите, пожалуйста. Как тебя зовут? Атай Даудов, Атай. Атай, хорошо, Атай. Нам дать еще новичков в Анжи? Ну, я хочу, чтобы приходили. И сегодня был проблем, потому 3-4 игроки не были вполне здоровы. Не были здоровы, травмированы. И это был большой проблем про нашу команду, потому что никакие игроки тренировали 3-4 дней, некоторые 2 дней, и некоторые игроки травмирование по сбору в Остерах, это большой проблем, потому что команда Махачкала не имеет 25-30 игроков. В команде есть 20, и когда 3 игроки, которые играют в закладном составе. В основном составе. В основном составе не играют, это проблем. И я хочу сказать, что игроки, которые были на полу, все работали макс, и это результат игроков не знаю. Как главный тренер, на какие позиции требуется усиление вашей? Все посилить на перепозиции посты. Подле можности клубу, мислим си, что то есть спиш отазка на клуб, але я, самозрежно, буду хтить посилить главное русским играчам, которые тут не есть. Это, скорее всего, вопрос к руководству, но хотел бы, естественно, хотел бы, чтобы усилилась команда двумя-тремя игроками. Потому что здесь очень мало русских игроков. Не останется много и российских игроков немного. Это проблема большая.